Oh my. Shut up! Oh shit, I'm sorry. Whee! Oh, Richard! Ah! Ah! Yeah, boy. Wow! Soy el mejor! Bullseye! It's me, Mario! I keep it going, I'm rolling and flowing. I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never... ¡Soy el mejor! ¡Tutturú! ¡It's a trap! ¡Fuck off! ¡Omae wa mou shinde iru! ¡Nani! ¡Soy el mejor! ¡Bulldozer! ¿Oa? You wanna brawl? Soy el mejor. Hours later. What the fuck is my team doing, man? Soy el mejor. For this cookie. Shut up! No! No! Estamos en la red! Estamos en la red! Oh, hello there! Bye, have a great time. Ha 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 ha! Bulls in charge! Nice. Soy el mejor. Punch on punch. Silence! I kill you. Primo. Что он делает? Давай троллить. Кто там? Ну, Макс, смотри, какой пошел. His name is John C. Soy el mejor. На календаре была пятница 13-го, и я решил открыть сундуки именно в этот день. Тем более на аккаунте достаточно боксов, и я надеялся выбить что-то крутое, но сильно ошибался. Открыв больше 50 сундуков, мне так ничего и не выпало. И забрав трофейных бравлеров, я повторил попытку. Когда надежды уже не было, мне выпал он. Оставалось еще немного сундуков, но и с ними не повезло.
Но я решил не сдаваться и открыть еще парочку боксов на моем аккаунте. И именно тут мне повезло. Итак, на следующем аккаунте у нас 51 маленький бокс, 3 бигбокса и спецпредложение, которое мы сейчас купим и попытаемся из него что-нибудь да вытащить. И давайте глянем сразу шанс. Итак, шанс на Лего у нас 0.07, ну и стандартные шансы на эпических и мифических бойцов. Итак, на аккаунте у меня не хватает 3 эпических бравлеров и 1 мифического, ну и всех Лег, соответственно. Попытаемся что-нибудь из этого выбить. Погнали! Так, пока первую десятку сундуков мы открыли и ничего не выбили. Это печально. Так, гемчики, отлично, 3 гема, уже неплохо. Уже хоть что-то, билетики всегда нужны. Еще гемы, и остается у нас 31 маленький сундучок, и из них нам нужно постараться что-то да выбить все-таки. Я предлагаю сейчас открыть вот этот ящик и посмотреть, что из него выпадет. Офигеть, блин! Это шикарно просто, отлично, отлично. Вот здесь у нас уже как бы начинается везение реальное. У нас есть еще сундуки, есть спецпредложение, которое мы купим. И отлично, слушайте, 12 гемов, это прям, ну, это хорошо. Так, 20 сундуков, друзья, остается. Я не знаю, что из них мы выбьем, но я надеюсь, что-то да все-таки выбьем. Давайте здесь заберем сундучок, может быть, повезет с него. Так, здесь не повезло, что у нас тут больше ничего нет. Отлично. Еще 15 сундуков остается. 14. 13. Ну давай.
9 сундуков, чуваки. 8 сундуков. Блин, давай гемы, хотя бы гемы. 6. 5. Блин, ну давай что-нибудь. Конечно, будет надежда еще на мега ящик, но даже не знаю, получится ли с него что-нибудь выбить. Один сундук. Знаете, что я предлагаю? Сейчас зайти в магазин, купить вот это спецпредложение. Сразу, сходу, как говорится. Давайте купим. А потом уже открыть последний сундук, друзья. 2 мегабокса. Это офигенно. Так, 170 гемов. Первый мегабокс пошел. Отлично, здесь ничего у нас. Шикарно просто. Спасибо, Supercell. 3 гема. Какой подгон. Так, дальше. Отлично, здесь тоже ничего. Но мы хотя бы получили гемы. На них мы сможем купить что-то годное в следующий раз. В следующем открытии, которое, надеюсь, будет скоро. И последний сундучок у нас остается. И из него падает целых 3 гема. Я считаю, это удачное открытие, потому что нам выпало 3 гема. И, конечно же, один новый бравлер. Это Пэм. На этом, друзья, у нас все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Никс ТВ. Всем спасибо и всем пока.